Hello, Hello. welcome to our Norwegian house. Друзья, здравствуйте. Сегодня хотелось бы поговорить об отношении коренных норвежцев к приезжим. В каждой стране есть свои особенности менталитета, которые влияют на связи в обществе. Как же в Норвегии относятся к приезжим из стран СНГ? В этой северной стране уважение превыше всего. Уважение к личному пространству, к другому мнению, к иной культуре и чужому жизненному опыту. Это распространяется не только на взаимоотношения местных жителей, точно так же они относятся ко всем. Неважно, турист, рабочий, приезжий или иммигрант, уважение заслуживает каждый. Важно помнить, что норвежцы сами по себе спокойные люди. Может показаться, что они закрыты и недружелюбны, но это большая ошибка. Вам всегда помогут, дадут совет и объяснят что-то, просто сначала надо обратиться с просьбой. Норвежцы очень боятся потревожить других людей, но с удовольствием откликнутся на помощь нуждающимся. Также здесь нет каких-то предрассудков по поводу работы. Простой строитель или рабочий рыбного завода ценится обществом так же, как топ-менеджер или политик. Сами норвежцы работают наравне с приезжими, и никакой дискриминации не допускается. Живя в Норвегии, вы без труда сможете найти друзей среди местных жителей и ассимилируетесь в кратчайшие сроки. Почувствовать себя здесь как дома не составит труда. А вы хотели бы переехать в эту страну? По ссылке в шапке профиля или в разделе комментариев вы сможете связаться с нашими специалистами для подробной консультации по работе, учебе или переезда за рубеж.